Вячеслав, приветствую. Добрый вечер, с вами Вячеслав Котляров. Здравствуйте, слушатели, зрители. Рад вас всех видеть, слышать. Так вот, да, Джанни Родари просто понимал, что его территория... Кстати, Италия сравнительно недавно называлась то ли Сардиния. Ну, что-то, по-моему, 100 лет назад. Ну, как-то под... я сейчас не могу вспомнить это, как-то она... Просто я пока не смог там сказать людям, что страны на самом деле у нас в голове. Вот там с замечательно с Жорой пообщался, я ему просто попытался это, как стилизованно, или как правильно сказать, объяснить. Я говорю, вот представь, Жора, ты живешь в квартире, и приходят какие-то люди. Мелом на полу у тебя в твоей комнате начертили это, допустим, Франция, это Германия, это, допустим, Англия. А потом приходит там француз и становится в этот квадрат американец. А ты такой в шоке и думаешь, что это вы у меня в моей ячейке, в моей комнате тут на полу малюете? Вы что вообще это? Да, обнаглели? Какие тут, какие страны могут быть в моем доме? То есть я вот этот посыл нес, что ячейка общая, а страны у нас в голове. И пытался объяснить, что страны по умолчанию это современная стилизация под концлагеря. То есть невозможно перейти... Ну, у нас концлагеря, это сразу идет ассоциация, сразу печи, да, но вот мировой, да. Да, Анатолий Шляхов, вот он живет в Лондоне, мировой мужик, конечно, я им восхищен. И вот он про Лондон рассказывает, что Лондон поделен на сектора. То есть ты не имеешь права, допустим, в один другой сектор зайти и пользоваться медицинскими услугами. И говорит, и в одном секторе, короче, это был толковый доктор, наш бывший соотечественник. А ему было нельзя, говорит, даже если в метро садись, а полицейские тебя высаживают и говорят, едь обратно, то есть допуска нету. У тебя Лондон, это сектора. А он же ж художник от бога, но он взял и ксиву себе нарисовал. И добрался до окраины. Вот. И это-то, ой, он вообще, он такие вещи рассказывает. Я выложил там это, ролик выкладывал где-то, как он до падения на украинское посольство 10 лет назад он делал. Его документы забрали, ну это 10 лет назад было, а обратно не отдавали. И он это взял, полгода ходил, ему не отдают. Он говорит, дайте хотя бы бумагу, что я хотя бы у вас был. Ладно, документы не отдаете. А его игнорируют, короче, говорит, сидит этот жлоб в окошке, короче, и что-то там в сторону отошел. Ну, я, говорит, как психанул, как дам ногой по двери, снес эту дверь ногой, прибежала охрана, а дядя Толя говорит, спокойно, спокойно. И это был мой единственный способ отметиться, что я был у вас. Зафиксировал. Да. Не знаю, может, жолоб. Ой, там вот вообще это такие вещи да рассказывал из прошлого своего, и в жизни про Лондон. Это его послушать, это как он из психушки побег делал. Короче, его же решили в дурдом на пожизненно закрыть. Это, а я говорю, это побег из Шоушенка, как человек. Ну, он, ну представляете, вообще как бы сейчас смех смехом. Но на тот момент человек понял, что он обречен. То есть выйти из этого психического заведения просто не... То есть он понял, что он пожизненно... Да, он понял, что он пожизненно вынужден будет там находиться. Так вот он разрабатывал, это вообще, я вкратце расскажу, он разрабатывал побег, я его назвал из Шоушенка. И он все-таки умудрился это сделать. Первое, что он сделал, короче, его закалывали, короче, уколами в задницу, дурманищами. И он начал понимать, что он уже, ну, теряет этот рассудок, ну, контроль над собой. И где-то он, говорит, я намутил, короче, где-то у одного сумасшедшего. Говорит, сумасшедшие страны, говорю, даю 5 фунтов, кинь в унитаз. Вроде сумасшедший, но ни один англичанин сумасшедший не кинул 5 фунтов в унитаз. Говорит, вот как до денег доходится, они там и на ушах могут ходить, а вот что деньги не. И он, говорит, у одного выменял, короче, это ложку какую-то, у другого зажигалку. Пошел в какую-то коптерку, закрылся, раскалил ложку столовую это, до красна и начал, короче, это себе задницу прижигать. Наприжигал, говорит, волдыри появились, там уже это, гнойники, и пошел, прилег. Ну, приходит очередной раз, его прокалывают, снимают штаны и в шоке. Там вызвали экспертов, короче, переливание крови, капельницу, ужас, у человека типа гангрена начала. Вот. Вообще, говорит, когда меня оставили в покое с уколами, я начал следующий путь прокладывать.
Он еще умудрялся у психов находить и всякие телефоны, там какие-то гаджеты, и через эти телефоны это рассылать в интернет смски на форумы. Спасите, помогите, меня тут это держат незаконно. И потом выяснилось, это, говорит, у этого психбольницы был, ну, скажем так, директор. А у этого директора был другой директор, который курирует 10 психбольниц. И вот до этого верховного директора дошла информация, что у них какой-то псих прорвался в интернет, напостил куча гадостей, и люди начинают недовольство устраивать. И говорит, и меня по-быстренькому через 2 дня быстро выпихнули, выкинули в одних трусах, чтобы я это не находился в этой психушке. Да, то есть, говорит. Да, то есть, говорит, этот так перепугался, когда его начальник начал. Он так перепугался, что выговор получит, что меня, говорит, он недавно вообще с одной капельницей бегал по Лондону. Ну, я вам говорю, это просто мировой человек, ну я не знаю. Да, ну это же я всего лишь пару историй. Он вообще там его послушать, это конечно шедевр, конечно, человек. Много из прошлого вот своего. Ему сейчас не помню, где-то за 60 лет, по-моему. Ну, рукастый, он в Советском Союзе был в Союзе художников, и он мог делать, короче, не только картины он нарисовал. Он же тоже это, когда создал картину уникальную, то есть у него разработал картину, когда на нее смотришь, у нее получается, как бы, создается впечатление, что там она в движении идет. То есть трава колосится, солнце светит. То есть умудрился масляными красками и еще какими-то технологиями, которые он разработал, добиться визуального эффекта. Да. Визуальных иллюзий. Визуальных иллюзий. И, говорит, первое письмо, говорит, я Брежневу когда-то писал, но этот Брежнев, говорит, нехороший человек мне не ответил. Вот. Потом, говорит, я решил в Лондон это уехать. Это ему лет 40 тогда было. Пошел, выкупил свои картины по 250 рублей каждая, там это, вшил в китайскую куртку. И через таможню их пытался провести. И таможенник что-то бибикнуло, он говорит, что тебе в куртке? Ну, и вот он даже стих написал, он рассказ написал. Говорит, непонятно, почему таможник его отпустил, что там произошло, но он дал ему добро. И когда он приехал в Лондон, начал там обустраиваться, он написал письмо этому, какой-то там премьер-министр, я уже не помню фамилию, он проигнорировал вроде. Потом он написал письмо Чарльзу этому, принцу, короче. Ну и в итоге потом он понял, что все-таки письмо дошло, появился талантливый художник, который разработал уникальную технологию, английский художник, движение картинок. Ну, поняли, что произошло? То есть это. Угу. То есть заплагиатировали. Да, и. Сейчас я канал вам скину. Ну, я говорю, я вот ролик сейчас монтирую, его слушать поначалу невозможно. Ну, если вы не привыкли. Я его уже больше года слушаю. А территориально ты где-то недалеко, да, я так понимаю? Я в Житомире. Ой, здорово, здорово. Ой, я по школу вот это. Я ее посещал. Мне было там скучно, я всегда сидел на последней парте, что-то там рисовал. Ага. Я не знаю, за что мне ставили оценки. У меня были, конечно, прорывы там. Ну, у меня почему-то, как я это такой был. Ну, все дети, в принципе, одинаковые. У каждого ребенка со школы есть история про то, как учитель его неправильно понял. Вот. И, ну, у меня вот эта единственная история, это с учителем английского языка, в каком-то там, это получается, в 4-м классе английский появлялся тогда уже. Вот, и дали домашнее задание перевести это на русский язык. А я, у меня как бы уже тогда было вот это сдибности, да. Я взял, прикололся и перевел это в максимально художественной форме. Ну, что учитель посмотрел, сказал, это взрослый человек переводил, тебе 2. Но я сказал, я ваш английский язык не буду учить. Вот, и так во всем. То есть, как бы, как Серега сказал, да ты там, получается, это, ну, как он деликатно сказал, там, в школьном образовании примитивен был. Я говорю, нет, я просто его не хотел изучать. Это, говорю, когда я уже стал постарше, и там учительница по зоологии, это, я написал контрольную, она мне поставила 2 и сказала, что ты у своего товарища списал. Тогда я уже психанул. Это сколько, лет 13 было, я говорю, это я писал. И она специально сделала, короче, контрольную для меня, ну, относительно для меня. Посадила на первую парту, стояла все 45 минут у меня над душой. А когда прочитала мой труд, через неделю от школы послала на олимпиады по зоологии.
Ну, а я вообще ничего не учил. Единственный мой конек — это было стихи. Я стихи всегда читал на пятерку. Вот это единственное. Все. Больше я вообще ничего не изучал. Ну, там историю, там географию, как все. Ну, а остальное что-то мне неинтересно. Читать, писать научился, а остальное вообще это... Отторжение. Поэтому... Вот. Ну, мы-то уже знаем, что не инопланетяне, а иноячеечники. Ну, соседних ячеек. Тоже есть много спрашивают, расскажите подробно. Я как бы... Просто той информацию, допустим, которую я, допустим, знаю, она скудная, а фантазировать у меня нет желания. Если, как я говорю, по мере поступления, если что-то... Вот я же говорю, что я подхожу к своим многим вот роликам именно с точки зрения творчества, как писать там стихи. Я не... Ну, это... Их мало, вот такие, я их называю задушевная беседа, где я просто сам на микрофон наговариваю информацию. Да, кстати, ты так удачно просто вот это выразился, что у тебя это беседа. И я потом осознаю, что я создал вот эту группу и назвал ее «Доверительная беседа». Так. Ты там что-то ищешь еще, да? Да, пытаюсь найти, где я полностью это перечислил, просто по памяти не могу вспомнить. Там насчет питания, человек спросил, вот один раз я ему вежливо там сказал, занят, второй раз. Потом взял полностью, расписал все продукты питания, которые в идеале надо поглощать. А, вот тоже интересные сейчас со мной связываются это. Потомственные колдуны со мной сейчас связываются. Ведуньи. Да, ведуньи. И они как хитро делают. Они спрашивают, откуда я беру информацию, чтобы сильно долго не заморачиваться, говорю, с информационного поля. Они вежливо приходят, вежливо благодарят, а потом я считываю в дальнейшем, когда к ним приходят клиенты, и они начинают с ним работать. Я ваш вижу путь такой-то, я вот только что к информационному полю подключилась. И я вижу вашу судьбу, и чтобы дальше лучше законнектиться, надо еще 1000 рублей, а то и 5. То есть они взяли мой термин исключительно, чтобы обмешуривать это. Народ, да. То есть вот эта мулька им нравится очень. Как бы канал с вселенским интернетом платный, они должны по тарифу. Ой, хочется дополнить. У меня один этот человек это все время говорит, мне цыганки постоянно разводят. Ты ему дал совет, он так благодарен. Говорит, это тебе дополняю. Говорит, начинает меня это заманивать и все деньги выманивает. А я говорю, ты просто делай так. Вот она тебе задает вопрос, это там, это дорогой, хочу погадать. А ты заготовку придумай себе. И вот он говорит, да, давай я тебе погадаю. А ты, вы знаете, вот автобус до Бердычева, он же ж не доехал, и поэтому вы ж думаете, что самолетом проще будет долететь. То есть вот это то, что ты рассказал. Да. И вот так рад, что он выбивает, то есть она вообще это, не готова вообще к такому повороту. Это. Да, это супер сразу же. Это работает. Ой, я подтруниваю над многими психологами, я иногда шучу, я говорю, каждому психологу нужен психолог. Да, на самом деле у них тоже столько проблем хватает, потому что многие психологи иногда и занимаются этим. Да, я только хотел сказать, между прочим, они поэтому идут в психологию, потому что сами. Чего нельзя сказать о диетологах. Я ж, как это, сейчас вообще вот это последний месяц это выдохнул. Грубо говоря, много лет это было такое напряжение в районе, ну, как бы в районе солнечного сплетения. Камень висел, я не знаю. А сейчас я это, ну, я мучился с этим. Ты козынятку, я тебе носила с собой турбинку. Да, козлик идет, горе несет. А где твое горе? Куры склевали. Ну, это не горе. Я, кстати, это написал, ну, я в шутку скажу, мантру. То есть это за несколько недель до того, чтобы все-таки выйти в этот эфир, самый первый ролик. Потому что, ну, все как-то не складывалось. Я ручку много лет уже не беру, стихи не пишу, хотя когда-то их... Там 1500 написал, но вот я вот сейчас, как говорится, за несколько недель до эфира я просто не только мысленно к богам обратился, но еще и на бумаге записал, чтобы они мне дали как бы это, все-таки, как кто-то там... Да, это, как, говорят, что таможня там слава добро дала, я говорю. Нет,
зеленый свет. Да. Сейчас я. Я помню, ты рассказывал в первом ролике. Сейчас попробую их прочитать. Да, это тут всего лишь 4 коротеньких четверостища. Вот что я написал. Значит, звучат они так. Взываю к милости богов, прошу о снисхождении. На перекрестке трех веков даруйте мне спасение. По воле вашей неземной мой путь пропитан болью. Незримо вы всегда со мной, чаруете любовью. Я был невежа много лет, но дали вы прозрение. Вы отвели от многих бед, даруя исцеление. По вашей милости живу и не прошу пощады. Мой путь достоин, посему даруйте мне награду. А с вами был Вячеслав Котляров. Спасибо, что слушали. Благодарю за внимание.